KFC на выезде из Владимира протаранила иномарка. Происшествие случилось утром 29 мая. Водитель за рулем Рено Логан въехал прямо в окно точки фастфуда всем известного бренда. Еще в 6 утра у здания этого ресторана быстрого питания было спокойно и тихо. Однако к обеду здесь уже трудятся рабочие, стараясь собрать все обломки конструкции. Ликвидировать все последствия странного ДТП стараются как можно скорее. Как сообщают в госавтоинспекции, мужчина 47 лет проезжал мимо KFC. Однако ему внезапно стало не по себе. 6 часов 45 минут по адресу Владимир, улица Благонравова, дом 2. Водитель автомобиля Рено Логан 1976 года рождения во время движения почувствовал себя плохо. Потерял контроль над управлением транспортного средства и совершил наезд на здание KFC. В аварии нет жертв и погибших, уточняют в ГАИ. С водителем все в порядке. Работники самой точки фастфуда на камеру общаться отказались. Но не под запись, нам подтвердили. Никто из сотрудников и клиентов не пострадал. К слову, ресторан быстрого питания работает как обычно. Заказы принимают в приложении или через окно для автомобилей. Внутрь здания людей не пускают, но посидеть и перекусить можно рядом, на веранде KFC. Маргарита Бычкова, Александр Агафонов, 6 канал.